Всем привет, ребята. И я, короче, пришла тут на каток покататься. Он довольно-таки маленький, но сегодня я вам расскажу, как вообще лучше кататься на коньках. Ну, короче, я катаюсь так довольно быстро, как вы можете заметить на камере. И потому что я когда-то, то есть даже не когда-то, а в прошлую зиму я очень много каталась. И я очень много раз падала туда и постоянно каталась с пингвинчиком таким. Или такой, типа, застежкой. Ну, и сегодня, и этой зимой я каталась только один раз на Медео. Я каталась хорошо. И получается, я отталкивала от себя штуку, за которую я держалась, и самостоятельно доезжала до нее, до такого расстояния, до которого я отталкивала. И вот как-то раз я вот так каталась и поняла то, что надо быть смелее. И в очередной раз, когда я пришла прошлой зимой, я все-таки научилась кататься, и теперь вот так вот прикольно катаюсь. Потом мне начали давать репетитора, ну, такого, знаете, арендового. Вот. И я начала, конечно, делать еще какие-нибудь трюки. Ну, первым делом меня научили уже профессионально кататься, а потом уже разные трюки. И я надеюсь, что у вас получится хорошо кататься на коньках. Но не бойтесь, если вы упадете. Вставать вам будет, в принципе, легко. У меня никогда не затруднялось вставать. Но если каток какой-то лютный, то вам в лучшем случае помогут. Вот. Ну, давайте, всем пока.